Добро пожаловать в одно из ведущих многопрофильных учебных заведений среднего профессионального образования Санкт-Петербурга – Академию управления городской средой, градостроительства и печати. Прием на специальность «Финансы» осуществляется на очную и заочную форму обучения на общедоступной основе по среднему баллу аттестата. Обучаясь этой специальности, студенты приобретают профессиональные навыки и знания в области организации и ведения финансовой и плановой экономической деятельности в организациях любых форм собственности, обладают подготовкой в области налогообложения, бухгалтерского учета, банковской деятельности, овладевают специальным программным обеспечением. Студенты участвуют в профессиональных и творческих конкурсах, занимаются в спортивных секциях, клубах, а также имеют возможность получить смежную профессию в Центре дополнительного профессионального образования Академии и продолжить обучение в ведущих вузах Санкт-Петербурга по ускоренным программам обучения. Выпускники получают квалификацию финансист и трудятся в должностях финансового аналитика, финансового менеджера, специалиста по налогообложению в организациях различных организационно-правовых форм в органах государственной власти –